городском округе прошел единый день тренировок по пожарной эвакуации. Утром сирена сработала в торговом центре «Новые Химки». Хоть эвакуация и учебная, действовали как при настоящем пожаре. Люди быстро покинули здание, эскалаторы остановили, приехали пожарные и приступили к работе. Мы не можем всегда оценить на пятерку или четверку, либо удовлетворительно, либо неудовлетворительно. Системы сработали, люди эвакуировались, персонал работал слаженно, пожарные тоже. То есть замечаний сегодня не было? Не было. Больше полусотни человек приняли участие в учебной эвакуации. Тренировки проходят в городском округе раз в 3 месяца.